старший лейтенант госбезопасности Андреев. Противник через Псков в район Красногвардейска перебросил некий груз в контейнерах для крупной диверсионной операции в Ленинграде, способной уничтожить всех его жителей. Три подозрительных случая. На всех телах поражения разные. Химия и яды — твой профиль. Без Маринской мы не справимся. Не спускай с нее глаз. Вы представляете, как она должна ненавидеть советскую власть? А вы думаете, что Маринская агент? Бросай уже! Вы знаете, что ее ждет? Скоро все там будем. Дайте время, товарищ майор. Нет у нас времени. Это же чума. Под угрозой заражения весь город. Если потеплеет, Ленинград вымрет. Дня до весны. Павличенко не просто солдат. У меня бойцы идут в бой с ее именем на устах. Улыбайтесь, Павличенко. Улыбайтесь. Но мы отступаем. Понимаете, отступаем. Несем огромные потери. И завтра этими потерями будете вы. Война не только смерть. Война — это такая жизнь. Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, тебя убьют. Люд, я... Что можете сказать о танке «Белый тигр»? Об этом танке рассказывали легенды. Его боялись и в него верили. Он появился, сжег 5 танков, 4 самоходки и исчез. Вам поручаю поиск и уничтожение немецкого танка «Белый тигр». Он один мог решить исход боя. Что ты хочешь этим сказать? В мистику веришь? В том, что я говорю, не больше мистики, чем в теории Дарвина об эволюции живых организмов. Фильм Карена Шахназарова. Поехали! Моя армия со скоростью 50 км в сутки идет в Берлин. И ничто ее не остановит. Кинотеатрах. А мы не зенитчики, мы зенитчицы.
кто воевал, кроме вас? Обижайте, товарищ старшина, мы стреляны. Выбрать 4 бойцов из своего отделения. Я стрелять умею. Отец учил. Деревенская, что ли? Ну да. Знакомься, Алексей, моя дочь Евгения. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Я все видела. Я в Москве училась, к сессии готовилась, а тут... Что в самом деле? У меня мама медицинский работник. Галя! Галя! Нету мамы. Война есть. Сынок у меня там. Наша задача – догнать противника, захватить его в плен. Короткими! Огонь! Стоять! Нет пути назад! На себя основной удар противника в последнем бою. Старший сержант Михаил Геворкян, сержант Яков Гудым, ефрейтор Александр Лютиков, сержант Павел Жилкин. Ну а с лейтенантом Финогеновым познакомитесь позже. В 25 километрах отсюда находится мост. Ваша задача — укрепиться возле него и держать переправу. Так точно, держать мост любой ценой. Цена должна быть минимальной. Ну что там? Там 9 детей и все глухонемые. Ну, кроме одного, двух. Товарищ лейтенант, эти люди здесь живут, и мы не имеем никакого права. Имеем право, командир. Имеем. Возьми вас, было спокойно. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Надя. Доля. Послушайте, я ваш начальник. Я ведь с первым встречным на шее не вешаюсь. Guten Tag. Быстро занять позицию! Батарея к бою! Огонь! Что вы тут делаете? Тут скоро немцы будут! Что тут дети делают? Надо срочно отсюда уводить! Почему дети на позиции? Башня, башня! Как слышите меня, это единичка! Скажи, что все будет хорошо. Скажи им, никто не умрет. Года был расстрелян 25 июня этого же года в особом лагерном пункте 57/64 а по нашим сведениям Котов не был расстрелян 41-м не году. Хочу отказываться от своего папы. Жив. Нет. Это они немцы. Я командир кремлевских курсантов!
Перед тобой элита Красной Армии, старший лейтенант! Мне насрать, в каком ты звании! Ура! Задержать задачу, конечно, понятная. Только знать бы, насколько. Толщина брони корпуса. Корпуса? 30 миллиметров? Ну что, проголодался, хищник? Потерпи. Сейчас спущу тебя с привязи. Сьогодні, хлопці, за родину помирати не треба. Бронеболи! Сьогодні за родину пожити треба. Заряд второй, основное направление правее 2.30. Одна пушка, два ПТРД, 28 бойцов. И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жьем танки. «28 панфиловцев». Смотрите в кинотеатрах с 24 ноября. Что с тобой? Да сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Говорит, сегодня война начнется в 4 часа. Веришь? Это, конечно. Только за эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Говорит Москва. Петя, война! Заявление советского правительства. Разобрать оружие и занять оборону! Бегом! Сегодня 22 июня... Застава! Оружие к бою! 4 часа утра! В эфире только немцы. Может, это обучение? Катите, бедахнуче! Катите! Оставить! Панику прекратить! Командование беру на себя. Есть объявление войны. Товарищ лейтенант, а где Аня? Я найду ее! Акимов! Германские войска напали на нашу страну. Ну-ка, скажи мне, 15 тысяч человек
Это много или мало? Открывайте вагоны! Не говори ничего. Для одного участка фронта это может быть и много. А для страны? Мне нужен Котов, капитан. Где он находится? Цитадели! Это пекло, это мясорубка! Это настоящая фабрика смерти! Здорово, Котов! На примере этих 15 тысяч мы дадим урок остальным миллионам. Заставим их проснуться и понять, что у нас только одна дорога. Дорога к победе. Вперед! Вперед! Куга! Вперед! Почему без команды? Я рассказал Марусе, как ты их всех предал. Что? Маруся знает о твоих показаниях против нее. Она жива? Жива. Еще как жива. Как ты вообще смел сюда прийти? Ты, который в ад меня бросил, который дочь нашу предал и убил. Это будет страшная атака, я согласен. Никаких приказов ставки не будет, Кодов. Ни письменных, ни устных. Всю операцию, Кодов, ты возьмешь на себя. Unser Führer Adolf Hitler. Und da, wo Hitler ist, ist ganz Deutschland. Deutschland ist hier, mit uns, an dieser Stelle. Вот город, вот переправа. Мы здесь будем оборонять этот дом, потому что на этот счет есть приказ. Это мой дом, а не ваш. А что, что мы здесь без спроса? Ничего. Живите пока. А вас как зовут? Катя. Патронов для ППШ у нас много. Четыре ленты. Три. Hinter diesem Haus fließt die Wolga. Hinter diesem Haus ist das Ende des Krieges. Dann sollten wir ihnen auch eine Lektion erteilen. Na, тогда, конечно, повоюем. Ich bin als Soldat hierher gekommen. Du hast ein Tier aus mir gemacht. Morgen gehört dieses verdammte Haus uns. Они теперь за тебя воюют. Тебя убьют. Они сломаются. Слышишь меня? Уходи. Я не уйду. Ничего не бойся. Это наш дом.